Вчерашним не надо жить, но это надо знать обязательно. Для этого надо знать историю края, ну, своей семьи в первую очередь. Вот мы пойдем бессмертным полком, все действия. У каждого, к сожалению, кто-то воевал и есть погибший. В первую очередь, вам надо знать ваших предков, прадедов, прабабушек, и всех тех, кто участвовал в войне.